Алёшка! Алёшка! Что? Скин свой купил, блядь! Я, короче, мне скинули видос, реально, это сука! Я просил добавить мой скин, и его добавили! Это был не Эйс Вентура, это был мой скин! Здорово, гунгстеры, на связи! Ты, короче, меня позвал, вот этот вот человек меня позвал, говорит: Алексей, у меня есть для тебя два подарка. Этот человек мне вообще, ну, редко дарит подарки, в отличие от меня, как вы знаете. И он мне решил подарить два. Это я, который в час ночи Лёше пишет: Лёха, дай Бугатти срочно снять. Да, он меня в час ночи заставил ему дать Бугатти. Я ему отдал Бугатти, в который вложил 70 лямов. Ну, естественно, с концами, как бы. Сейчас Димон подарит мне что-то взамен, и это будет уже приятно. Да, пошли. Лёх, в общем, ты мужик такой коллекционный. Давай, давай, показывай, что ты там мне даришь, коллекционный. Ты, а ты коллекционный. Полицейские тачки. Ты давай не люля тут мне. Ага. Полицейские тачки ты любишь, да, это да, все, да, Дубай, да, суета, и я решил тебе подарить две тачки. Одна, чтобы ты как шейх на ней ездил, а вторая для охраны шейха я и твоей понял. Задницы. И слушай, у тебя есть скин шейха? Скина нет. Зачем, у меня есть свой? Надо купить тебе скин шейх. Бля, я куплю такую же рубашку и буду сидеть в ней, и такую же прическу себе сделаю. Кстати, как раз волос хватит. Вообще один в один будет. И нахрен мне надо. Бля, но сзади похоже на шоколадку какую-то, знаешь, типа тут. Ну я понял, у него волосы, как будто это из Лего. А сверху сахарная пудра, бля. Так, то есть ты мне хочешь подарить вот эти две машины, да? Да, Гелендваген и Ламборджини. Вот, кстати, моя Бугатти, а это ты как сверху сделал, подожди. А это Брумер поставил, это мне подарил только что подписчик. А, нифига себе. Привет, я пламенный подписчик. Прикольно. И что в этом Брумере можно возить? Члены резиновые, но по желанию, если захочешь. Ну это твое дело, как бы. Да, я чисто свое зевило. Да, они все, их не купить больше. Бля, вот эту хрень не купить, и я, короче, просрал. Я тоже думал, блин, сейчас, ну проезжали тачки, думал, блин, классно, ну я на какую-нибудь спортивную другой момент сделаю, думаю, с серию со сноубордами там запишу, как вон, покатаюсь. Вон, смотри, у меня есть 99-й, и у него, ну, смотри, антенны перские сзади стоят тоже. А, это типа ты его перевернул или что это? Нет, это тоже аксессуары. Это аксессуары для машин добавили в этой обнове, все, теперь блядь, можно покупать. Блядь, я что, тупой нахуй? Поэтому а где их сейчас покупать? На ларьках. А, на ларьках, понятно. Короче, погнали сначала Ламбу. Господи, какой кринж, я всего этого не знал. Ну ладно, это все мы проходим. Что тут? А? Кто? На, Гелендваген тебе, или что там, где на? На канале Дизари. Снимаешься на канале Дизари, он говорит. Что, блядь? Понял, у меня ник другой, думаешь, это я, это не я. Открывай, блядь, машину, поехали конвоем. Так они на сигнал, как все. Я тебе гелик дал или ламбу? Не, я на ламбе поеду, ты на гелике, как охранник сзади. И ты, мы сейчас едем на рынок, по пути заедем. Еще как охранник. По пути заедем, пацаны, купим кепку моему персонажу, моему скину, да? Погнали, чтобы как бы, ну, максимально был мой скин. Надо тебе брумеров набрать, чтобы это... На рынке? На ларьках? Да, на рынке купишь, на ларьках себе. Инвестировать предлагаешь в брумеры? Сейчас они сколько стоят? Ну сейчас, ну вообще, смотри, вчера еще можно было купить бутылки по 20 блять, тысяч. Ну я, ну нет, бутылки мне не надо. А сидеть на чем ты будешь, подумал, конечно. На, блять, вот я хотел пошутить, ты сволочь, ты меня перейдел, переиграл. Короче, 90 бутылок стоит брумер. На рынке их, ну, это только ты способен. За 20 надеть. Косарей. Короче, 1 800 000 выходил целый брумер. На рынке их продавали уже за 2 500. То есть люди уже перепродажи занимались, таким образом бабки лутали. Сейчас я не знаю, как они стоят, потому что ивент. Ну сейчас заедем, посмотрим все это, ну, по пути. Ты, да, ты опаздываешь сзади, да? У тебя машина что, не едет? У тебя 2 слота есть, я надеюсь. Ну как? У меня 2 слота на что? Получается, на машину? Тебя машина не едет. Так 2 машины же тебе дарить буду. Ну, так есть, конечно, 2 слота. Ты чё, я освободил недавно. Чё молчишь? Чё, язык в жопу засунул? А ты чё пиздишь? А ты чё молчишь, блядь, едешь деловой, блядь, на своем корыте? А, моё уже корыто, отдавай. Эй, дурак, да ты всяхер свои тачки разбил, блядь. Да какие мои, они еще не мои, пока твои можно разбивать, вот моими нельзя. Потом ты их ремонтировать будешь. Да и блядь. И что? Хоть какой-то движ с ремонтом хотя бы, блядь. Блядь, когда из дома не выходил, хотя бы тачку сломал, за сервис съездил. Блядь. Так, ладно. Марсовод Алёша. Че ты смеешься, хихикаешь там? Тебе ебёт. Да, тебе смешно, блядь, подарил тебе, да, блядь, Бугатти за 70 лямов, ты мне сколько эти, да, 2 тачки стоят? Ну, я
любом ладно, случае. Ладно, ладно, будем считать, что там ты постарался. Вот еще один с брумера имеет дизраптор еще. И вон, смотри, у него, кстати, это еще. Это сноуборд у него сейчас наклейка. Че, наклейка? Там типа сноуборд. Да, Даша наклейка. Даша наклейка. Смотри, как умеет, ты так не умеешь. Я умею вот так. Ты грынж. Бум, блин. Да куда ты едешь? Сейчас заеду, блядь. Позови квантовый Нарадмир. Это что, бля? Бля! Смотрите комментарии, позови квантовый Нарадмир. Позови квантовый Нарадмир. Сейчас продам два ключа. Вован за зигу. Где здесь повернуть-то на ларьки, блядь? Так мы на ларьки или едем сначала на БУ? Поехали на БУ сначала. Поехали на БУ, да. Надо тачки себя забрать, пока ты не передумал. Это точнее. Пока я не передумал, то сейчас передумаю, вообще будешь. Ну да, если Димон передумает, как бы, блядь, я и без машины останусь, и без Бугатти. Потому что Бугатти он не отказывается возвращать. Такая классная тачка, блядь. Если что, гелик на пни. А я специально на зло тебе сейчас накоплю и куплю Бугатти Дио за 300 лямов. Ок? Не надо! Ну а чё ты, блядь? Давай ты мне вот эти две тачки еще и Бугатти за то, что я дал поснимать. Да чё, нахрен тебе? Ты все равно там на 12-м путь бомжа какой-то играешь. Какой я не играю? Кино у меня здесь. Я уже не заходил, знаешь, все, ты уже. Все, надоело бомжевать, блядь. Я так и знал, я тебе говорил, что это тебя заебет. Без всего играть. Я обрывался, все уже, да. Все уже, да. Голова заболела, скажи. Так если ты не заметил, у нас экономика сломалась херам собачьим. Где? На Радмире. Из-за ключей. Ну. То, что ключи падают, дебам, короче, бомжи, все уже там их нафармили, по 2-3 миллиона продают, и сейчас бизнес в цене взлетели. На БУ рынок заходишь, все машины в три дорога уже стоят. Блин, ну. Как у нас квартира, обычная квартира. Ну, инфляция закоснулась, что бывает. Ну. Обычная хата в Арзамасе, не элитная даже, просто в пятиэтажке 2 миллиона у нас стоит на сервисе. Чё? Ты не видел это? Блять. А вот смотри, кстати, продам антенны. Данил инсайд. Да блять! Вон аксессуар уже перепрыгнул. Придурочный. Да трёшь. На BMW на своей. Сейчас кепку АМГ быстро перенадену, блядь. Ладно, так. Давай, Махмуд. А ты где, Махмуд, проехал? Я заезжаю, вон уже, впереди тебя. Ой, коленка заболела, блядь, из-за тебя на твоей Ламборгини ездить. Охрененная моя машина скоро будет. Я её такими сделаю просто. Короче, сначала Ламбу. Ну ладно, без разницы, чё. Все равно все мое. Ты деревянную тренировку въебешь на них, я тебя знаю. Ты че так? Ты почему диски дешманские стащи экономишь? И вот цены дорогие диски вообще-то, дурак. Сколько они стоят? 200? 300 с чем-то вроде. Ну, а я там знаю, есть за 400. Почему не поставишь? Там они все говно, они не смотрятся. Ничего не смотрятся, главное дорого. Ты не знал? На гелик, вон, Брабус. Ну, на гелик хороший ты поставил, да. Ну, естественно, на Брабус это было. Ну, тут гелик у тебя стилёвый, я бы тебя забрал, потому что я бы сделал говно из него, да? Если бы я купил его, вот. Поэтому я как бы... Блядь! Едет выёбывается! И тут сразу же попущенным стал, блядь. Просто в моменте! Я в моменте, блядь, еще врезались. Сука. Я просто вообще манал. Манал, а я Махму, давай. Манал бургер, давай заезжай. Манал бургер. Давай залазь. У меня два манала сгорели. Залазь, блядь. Ебать меня окружили, слышь. Ты кто тебя окружил, у тебя ты ник подменил, блядь. 3000 все продано уже. А ты 3000 нарисовал? Конечно, тебе там все бомжи предлагают сейчас. Какой придурок, ты не мог адекватную цену выставить? Еще и тачка разноцветная. Я бегу, у меня ID 532. Я кашляю, подожди, пока. Я плачу от радости! Это я плакаю от того твоего подарка. Так неожиданно и приятно. Ты ебучку с этого, блядь, с отбойника до сих пор отдираешь. Ты меня заставил, сука, реально ржать на этой серии, чтобы я был похож на этот скин, блядь. Я вторую загоню. Загоняй, бля, я тут. А ты можешь зазумить вебку, чтобы чисто одни зубы были, типа. Чисто конь играет, понял, как так круто. Ебать, Волга КГБ, откуда она взялась, я уже забыл, что такая бывает, блядь, крутая. Сука, надо прическу такой же будет на следующей серии сделать, блядь, Джимми Нейтрон. Нет, если я надену кепку, да это реально так будет. Подожди, да я даже сейчас это сделаю, блин. Че парюсь? Мне же парень там шляпу подарил. Так ты не подобрал, ты че слышишь? Не-не, есть шляпа. Блин, ну надо кепку, прям кепку. Ладно, пока шляпу наденем. Не, шляпа не скрывается. Блин, а ты как сделать так, чтобы это не скрывалось? А, во. А там чупчик, мне кажется, это будет все равно торчать.
А можно ее расширить? О, можно. Очко твое, да, можно. Ты что-то там, блядь, дружище. Во! Блядь! Вот он, вот он! Очки только снять им. Вот какую надо шапку. У меня такая есть, кстати, как раз. Ща. О, май кар, сел май кар, давай. 5-4-5 или какой там? 5-3-2. Я бы продал. Ты знаешь такие цифры? Ты до 3 обычно считаешь. Вчера до 4 даже, прикинь, досчитал. Я Патрик, я не могу читать больше 4. Тебе под видео уже 4 комментария написали, жестко-жестко. 4 комментария? Я понял. Мне еще там... Пацаны, напишите... Тут Иван у меня пухляться с музыкой. Да-да-да, блядь, сабвуфер большой, блядь, толстый. Это крутой чел, я его знаю. Это колонка... Это JBL колонка, блядь. Вот это круглая, понял. Он в скине JBL колонки бегает, да. Поехали тебе это брумер закупать. Дима, смотри. Сзади, смотри. Знаешь, что я сделаю? Смотри. Смотри, номера, смотри. Ааа! Бигбой Абу-Даби! Увезу твою сумку. Прикинь, какие номера я выкупил заранее. Я их выкупил еще до зимней обновы. Я говорил, будет Дубай, будут тачки, срачки. Ты прикинь, когда будет Дубай вообще, ты на этих тачках будешь кататься. Вот это моя инвестиция, блядь, которая просто сейчас окупает вообще. Это да. О, смотри, еще один тач. Да, так я тебе говорю, вот если такой... Ну, я купил. Конечно, да, блядь, там очень. Нормально тебе. Бери за сотку. Поехали отсюда. Сейчас. Что за хуйня? Ай, доля воровская. У тебя ключи, что ли, от этой машины есть? Почему она открывается и закрывается сам по себе? Потому что там стоит бесключевой доступ, и ключи стоят. А, бля. Сигналка. Ты что, не знаешь, что сигналка есть на сервере, Лёх? И как она работает? Кей, нажми. Ты подходишь, она закрывается, а едешь, открывается или как? Ну смотри, ты подходишь к машине, открывается, садишься, как только ты сел, она закроется сама автоматически. Не нужно прописывать лок 1, то есть это вообще лехари. О, лехари. КГБ, смотри. Так я тебе говорил про нее, я вообще когда ее увидел, охренел, но это крутой чел. Ну она говно на самом деле, тачка-то. У меня была. Не, на 5 минут. Едет прикольно. Да не, она нормальная, но она говно, к сожалению. Ну, когда говно. Добавили... Нет, когда есть стандартная Волга, блин, я могу мигалку за 100 тысяч купить Волгу эту, да, сколько она там стоит, и да, мигалку или... на нее повесить, и продавать, или ездить. Или команду прописать там какую-нибудь, да, чтобы мигалку поставить. Ну вот, я тебе и говорю. Давай это. Мигалку поставим, что мы как лохи едем на полицейской без мигалки. В натуре, блядь. Спускайся. Да ты уже опущенный. Заниженный. Следа обездвиженный. Так. Ты поставишь. Это вообще полный. Ну ты поставь, твой подарок. Ты мне его даже не упаковал, так что давай упаковывай. Мусор упаковал. Я тебе вон бантики и упаковку взял. Какой там ДЛ? За 4000, помнишь, ставили? Было ДЛ тачки какой. ДЛ какой, блядь? Какой ДЛ? За 4000. 919, блин. 919. Да. 911. Полицейская ж. Да, полицейская ж. Ламба 911. Есть такая? Я хуй знаю. Кого ты мне ее поставишь, интересно? Ща я тебя нацеплю, блядь. На давай. Где там? Что там? Даже не шевели ты, ёпта. Сиди. Чё ты долго, блядь? Да настраиваю я эту мигалку тебе, блядь, чтоб ты... Чё её настраивать, блядь? Жигай? Цвета, что ли? Довольный был, нахуй. Какие цвета? Во, ёп! Еман, всё! Красиво. Не, чё нету? Есть все это, ты не видишь, тебе надо уйти теперь от меня. Она сама всё, должна просто появиться. Во. А, ты такую влепил, ебать! Так она шо, идеально сюда подходит. Сам ты придурок. Я понимаю, нет, реально нормальная тема. Согласись, мы проедем с такой мигалкой, на нас за нами 10 тачек не развернутся и не поедут. Они просто такие, что? Когда она моргает, они все... Да, нет, когда она моргает, там вообще просто там как мотыльки сразу скапливаются. Подожди, знаешь, что я вспомнил? Ты на Двенси играл? Конечно. Там была чита с такой же мигалкой присобаченной, еле-еле, ДПС, вот точно! Еле-еле нацепленная. Да, но так и было реально на самом деле, так и выглядело, то есть как бы, я это воспринимал как норму, поэтому из-за этого, блин, ну, да, мне моделинг он нахрен не нужен, мне и маппинг устраивал новый Арзамас, вот это все говно. О, новый Арзамас, что-то вспомнил. Бля, я проехал, подожди, поворот. Где поехали прямо, там повернуть езди будет. Если будет? Гидравлику поднимай, по лесу пошел. Слушай, ты гидравлику поставил?
Да она была здесь. А кстати, знаешь что? Посмотри карпас, пожалуйста. Этой тачки. Давай сейчас посмотрим. Что там? Открой карпас. Карпас, давай. Или ставь самый конец, владелец. Так, подожди. Владелец. Владелец, конец листа. У меня только Андрей Поминко. Да, ты видишь? Она 3 года на сервере, эта машина. 3 года. На потом туре. сверни и посмотри пробег. Ебать! Ты где это старье выкопал? Это не свалочная. Это именно пробегный. За 3 года человек тачка прям на... Я, кстати, на ней за 300 тысяч износ снял и полностью обслужил. То есть она вообще не ушатанная. Ты меня можешь полностью обслужить после такого подарка, да? Ну это да. Здесь надо было, да, повернуть, наверное, чтобы обслужить? Ну тут смотри, где остановишься? Давай, сейчас Деброва, Вальхеза прилетит слева. Вальхеза, ты вообще... Обкурился, что ничего не несешь? Вальхеза X пойдет. Деброва рассчитаться. Сука, на 5 Дебровов. Вау, едем как хорошо. Но какие до сих пор есть те, кто ходит и оглядываются с ним. Оглядываются лесом? Ты чё, ты сейчас доржёшь, блядь? Он реально появится, давай без этого. Мы его еще не победили, давай так. Он не появится больше, это ж невозможно. Он не появится, он занят. Мы же это придумали, как это может появиться? Я не Огнебро, блядь, сразу такая резко. Хуйня вылазит из кустов, блядь, с кустопорожек. Ладно. Поехали, Брумер. Купить. Да какие идти покупать дальше? Так, я брумеры поехал. Стреляй! Брумеры, грумеры, что? Брумеры, грумеры. Так, ладно, давай. Смотри, они, вон сразу это гетто, они мусорские тачки. Я их сложу к себе домой, все. Сложу. Ты на русско-славянском замовил. Блядь. Сложу себе культапу. А, ты солнце, босса. Просто крип, крипочек. Так, где брумеры, ищи, тут ничего нету. Да я тоже вынюхиваю, давай справа. Да, вынюхиваю. Левые. Ключи, нахрен мне ключи, какие-то бинокли, сумки Adidas, шляпы, скины, нету здесь ты... ничего. Сейчас разберу, их, мне кажется, разберут быстро. У тебя деньги-то есть, ты нищий. У меня 120 миллионов, блядь, это все твое состояние на Радмире, попрошайка. И фу, у меня дом твой, тачки все твои. Да ты, блядь, ты этот, как он, блядь, содержанка моя, точно. Ты папик. Да. Мамикс. Это ужас. Бэби, блядь. Ну давай, еще пошути что-нибудь. Ёбик. О, украшение для транспорта 1 200 000 для Джигулей этот, багажник, понял? Давай на лампу. О, покупаю. Поставим. Одну давай единицу. На лампу поставим, пожалуйста. Или на гелик поставить, вообще жить. Какой гелик? Что ты несешь? О, тут за 50 тысяч, за 500 тысяч этот трап есть. Какой трап? Мне не нужен трап. Хилми? На багажник, на крышу. За 500 тысяч. Ты же не жаришь, вот ты сволочь. Сейчас я все скупаю, все с ларьков скупляю. Да, купляйся. Так, где ты там? Да, блин, брумеры все разбирали, потому что я всем советовал. Я в роликах всем советовал инвестировать. Нахрен ты советуешь, придурок? Одни багажники, кстати, за 1 200 000 Я купил трап за 1 200 000, тут за 200, ебать, лох, ладно, покупаю. Ты трап вот тут... Тут вот я среднюю стоимость посчитаю. Чё у меня пишет? А! Чё, у меня места нет, что ли? Ты насанный или я насанный? Так много в инвентарь не влезет. Сейчас в багажнике сложу, блядь. И антенны есть, по-моему, слышишь? Где последний ларёк? Где? И антенны где? За 700, ну вот тут, короче, иди ко мне. Это ты кашляешь? Прямо и налево. Да, это я. Все, я тебя сразу распознал больного сифилисом. Там и антенны сразу, и брумер. Все. Вот это вообще ништяк. Вообще то, что надо. Так, брумер? За 3. 1 единицу покупаем. Да. Там номера хуебес внизу есть за 10 лет. Да ладно! Вон, я вижу, да, номера. Ну, неплохие на самом деле. Ну, можно и красивее сделать. Мамаев лучше. Так, вот эти, да, мигалочки тоже берем. Они вообще ничего не делают, просто украшения, да? Это антенны, да. Ну, понимаю, да, антенны там, блядь, не антенны. Радио лучше ловит? С инстасамкой, да, делают придурки, которые ездят. Нет. Нет? Жаль. Мне такие антенны были, я себе на себе покупал во время жизни, с Алиэкспресс заказывал. Блять, РП ситуация возникла. Ой, здоров. Давай, покашляй, персонажем, давай. Не кашляй, что там? Все больные, кстати, стали, все сифилисом, коронавирус пришел на размер. Обнова поври. Еман, полупокер, со змеей страх. Что-то еще есть полупокер?
Ну вот это говно мне, наверное, не надо. Я вообще-то за, за миллион даже не купил, кстати. Кого? Надо за 200 купить, за 200 хорошая цена была. Где это было? Я, видимо, не купил там туда. Там багажник за 200 был? Вот здесь, где? Да, где я. Вон там? Вот там, да, сука, сука. Ты тут это, утапок, блядь, куда? Я хочу тоже, у меня не было багажника, кстати, ни одного. Ты купил уже? За 200? Я не нашел. Ты табуретка босса на... Нашел? Я не нашел, не нашел. Бля, значит, следующий ларек был. О, бомж летает на самокате, он охуенно. Бомж летает на самокате. Давай печь. Подожди, продам верды, ты говоришь, господи. Он прям в мой видос, ты прикинь, залетел. Со своей рекламой. Сосать! Сука, я медленно это делал, ёбать! Забрал! Сука, я очень медленно... Я думал, ты не успел, у тебя там твоя табуретка не прогрузилась. Высосал. Все, а ты за 2 миллион 200 купил, короче, такую же хрень. Нет, я не купил ее, в том-то и дело, что она осталась, потому что у меня места не хватило, я думал, что купил. Вот, а тут за 200. Ты брал же до этого? Да не брал я, нет у меня за 1 миллион 200, там есть еще за... За сколько? За 500, ну, что ли? Ладно, я понял, все, ништяк. Не, ну за 200 взяли. Неплохо ты урвал, блядь. Вот за 200 ты можешь сразу на перепродажу ставить, сразу. Тогда вообще. Я сразу могу ляму ее выставить, я думаю. Да, ставь сразу ляму. Блядь, сука, вот тут ты козел, а? Прохиндей. Так я че буду смотреть, я же инвестор мамин. Так, подожди, GR. Тут 1 200 000, да, вот за 1 200 000 их продают уже, прикинь. Все. А куда Брумер делся? Тогда... А сколько? Конечно. А Брумер можно снять вот этот? Да, с тачки? Да. А, ну то есть все, он как стейджи, да? Украшение, автобокс я снимаю. Это что такое? Плоть монстра, ебать. Это вообще такая древняя дрянь, я хрен знаю что. И мачки модные. В зимней локации, что? Блин! Че? Говно из жопы! Че такое? Охренеть! Это байт! Это скам! Какой байт? Это скам, лют. На что байт? Не, не скажу. Их нельзя установить здесь? Короче, да, я их просто на продажу выставлю. Выставлю один. Нет, а тогда зачем их покупать? Подожди. А, минимальная цена в продаже 200 000. 250 выставлю. Я тебе про то, что... Подожди, мы то, что купили Брумер, можно поставить прямо сейчас? Брумер можно поставить прямо сейчас. То, что мы купили вот эту хрень, это трап, короче, чтобы проезжать, когда ты едешь на ледник, мосты, короче, выстраивать. Это реально трап! Это не багажник, это трап. Прям он есть трап. Почему? Ага. Картинка багажника на крыше, я хз, это Радмир, что-то перепутали. А, ну то есть, короче... 200 000. Блин, а я бы... О, за 650 еще вот, есть украшение, отлично. Вот, написано трап здесь, а это написано... Так, выкупаю. Это лоховская. Выкупаю. Чую, мне на почту будут писать: Леха, продай, все скупил, сука. А отвечаю, я все скуплю сейчас, пацаны. И а ты вот... что еще покупаешь? Брумеры? Я все, что есть, да, сейчас выкуплю. Это реально нормальная тема. Не, только эти багажники не покупай, трапы. Ну, понятное дело, уже ты проверил на себе. Еще и ладно, хоть по самой дешевой цене. Ну да, спасибо, что ты вообще отлично. Взял. Вообще четко. У меня теперь купится, опять заскамится. Но в любом случае я тоже заскамился, капец. Хотел на Бугатти багажника джиги поставить, не получилось, лоханулся. Че там, я че там? Справа предпоследний ларек. Вижу, украшения, ну... для транспорта 1 200 000. Вот, вот я тебе вот. И говорю, 1 200 000 это те, которые можно поставить, которые, а 200, которые, да. А те скам, скамские какие-то. Там что-то было другое написано. Я за 1 200 000 купил, да, по фану. Давай, вообще давай, пойдет. По фану, пойдем поставим. По фану поставим. Давай не на ламбу, давай на гелик. Давай на гелик поставим, реально квадратный. Давай на гелик, нормальная будет. Тема. Не, вот на гелик он вообще, наверное, идеально встанет. Ну-ка. Ну, кстати, мигалки еще прикольно станут на гелике, думаю. А, ну так это та система, которая у нас команда, чтобы говно ставить же, реально, ебать. Смоли у него. Не-не-не-не, акула у него РПГ, ебать. Ну, с РПГ, с одной, понял, рояль, другой с руке у него или что это там. А, что это? Вообще, чё? УАЗик. УАЗик реально на охоту поехал. А, его можно же было расширить, да, вроде, растянуть? Не-не, нельзя, по-моему. Нельзя, да? Ну ладно, срать. Я здесь не могу. Да куда вы нахрен меня не всрались? Да не закрывай! Так оно закрывается, да, блядь, наставил херни, блядь, свои, я привык лук один. Я 10 лет вводил лук один на всех серверах, ты мне что прикалываешься, какой бесключевой доступ? Все, поехали. Да это, я вообще ничего не вижу из-за руля, это что такое? Это деревня, это не выкупаешь, типа, как вообще надо. Уже да и что это, ну что этот ключевой бесключевой? Это Xiaomi новый, ну что ты? Ты подошел к машине, у тебя бомж ее украл, на найс доступ. Нет, ее может закрыть и заглушить дистанционно через этот ключ, в курсе? А, да? Тогда что? Давай проверим. Давай, типа, я бомж, который... Давай! Что там надо нажать? Кей ключи открой. Ну вот, выйди из машины. Ну да, все понял, да. Убрать. Я бомж. Давай, ты бомж. Ты и так бомж. Кей.
Окей, давай, заглуши, попробуй заглушить. О, там лампа! Багажник открыть можно! Вот смотри, я такой, а, лох, Алёх, я украл тебе тачку, что ты мне сделаешь? Чё, заглушился? Да. Завести могу. Ну, бля, вот и все. А, ну ты будешь постоянно глушить. Ну, то есть, вот, вот и вся разница. Смотри, подъехала, подъехала какая. Смотри, какая подъехала. А, подожди, а если я так вот сделаю? Во! Нет. А, нет, ты все равно можешь ее. Все равно понятно. Дубайская полиция прижаться к обочине, блядь. Какая дубайская полиция? У вас красный диск, это фейк. У вас номера российские. Это фейк. Ставропольские номера, слышишь? Смотри, вот у меня дубайская полиция настоящая. Короче, пацаны, до скорых встреч. Димон мне подарил два подарка офигительных. Две тачки дубайских. И это реально, вот, тоже инвестиция в будущее. Это серия про инвестиции. Я инвестировал в дубайские номера, да? То есть купил номера Дубай. И, естественно, ну, это вообще очень хорошая идея. И на всех серверах, на которых вы играете, если еще есть в доступе такие номера, стоят они 1800. Но если вы их купите, вы получите с них в 5 раз больше, когда реально Дубай выйдет как обнова. Ну и уже как бы на такие тачки люди бы готовы были такие тачки, такие номера, точнее, покупать. Во всяком случае, также есть информация о том, что вот эти вот все обвесы, все вот эти украшения транспортные, я вот честно про них не знал, что они так в цене выросли. А из-за того, что ивент закончился, они реально сейчас будут расти в цене. И есть время успеть купить и еще дороже их поставить. Короче, дерзайте, пацаны, до скорых встреч, пока.